Привет, народ, с вами Финаргот. Что же, сундуков много не бывает, тем более, когда это касается Collector's Cash с такими крутыми наборами на Пуджа и там две личности. А в любом случае, мне понадобились опять наборы из сундука, я пошел открывать, взял 91 сундук с надеждой выбить двух Пуджей. Ну а вы думаете, выбил я или нет, скоро узнаете. Не забывайте про розыгрыш из основного Open Case, ссылка есть в описании. Ну что, поехали! Так, ну тут у нас проверочка только одна. Выпадет ли 2 пуджа за 91 сундук? Ставка такая стоит. Сундуки я еще открываю, потому что разбирает их нереально в нашем разделе Dota Mall на сайте battlepass.ru. Я напомню, что если вы не хотите открывать сундуки, а просто хотите получить сет подарком, можно купить его на нашем сайте. Вот, поэтому приходится открывать. Ну что-то у меня... не очень высокие ожидания того, что мне выпадет 2 пуджа. Хочу получить подарок на Балик Стима, чтобы... Так, ну что, что с лицом те, кто ставили на нет? Я думаю, за оставшиеся 77 сундуков... Пудж выпал. Погодите, это получается, за сколько мне выпал пудж-то? За 14 сет. За 14 сундуков. За 14. Это просто другой аккаунт. Потому что иначе там лимиты подарков. Пудж выпал раньше, чем Луна. Это рофл, конечно. Это супер окупаемый, кстати, пуш. Если дальше не открывать. Дальше не надо было открывать. Но у меня сундуки есть, что мне делать с ними. Не, ну второй пуш обязан упасть, я думаю. Маха, это просто везение. Не может быть такого, что в этом сундуке именно чаще падаю, чем в другом. Это все рандом. Формула везде одна и та же, математическая. Как бы на дистанции все это выравнивается. Сорок семь осталось сундуков. Ешь, выше-мяше! 2 пуджа сюда. Еще осталось 45, можно 3 пуджей выбить. Можно выбить 3. Че, делаем ставку? Поехали. Погнали. 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 Напомню тем, кто смотрит, промокоды свежие на пополнение Steam, выгодные для вас, есть в описании к ролику, вместе с ссылкой. Еще один Джаггер. Луна. Дай пуджа. Дай 3-го пуджа, осталось 33 сундука. Дай пуджа. Дай. Дай. Блин, я сейчас реально превращусь в Вову Пейна. Сюда. Сейчас приколитесь, 4-й упадет. Если 4-й упадет, я вообще с ума сойду. Не, ну 4-й это уже супер Unreal, по-моему, невозможно. 3-й Джаггер. Сколько осталось сундуков? 14 сундуков. Ну дай. Как Steam пополнить, под стримом есть ссылка. И те, кто смотрит на YouTube, ссылка есть в описании. Осталось 7 сундуков.
6, 5. Блин, ну надо будет потом на этом аккаунте добивать Куджа тогда, получается. Потому что у него там сейчас шанс уже будет повыше. Блин, я надеялся, приколитесь, сейчас последний сундук и пуш падает. Нет, Джаггер упал, 4-й. 4 Джаггера. 3 Пуджа, 6 Лун. Ну и всех остальных по 7. Да, конечно, интересненько, интересненько. С кайфом, с кайфом.